И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить четвертого Crash Бандикута. Сейчас мы отправляемся с вами в пятый уровень, но я думаю сначала гем соберу компакторный реактор, уровень называется. Давайте сперва соберем все-таки гем. Вот о чем я подумал. А потом уже тогда на забег устроим по этому уровню. Хотя этот уровень уже наверняка куда жестче для забега. А, это телега. Ха-ха. Да, мне говорили, что тут есть какой-то альтернативный путь. А, вот он. Ай, блин, понятно. Трудная дорожка. Однако. Но ничего. Так, а ящики я вроде все брал или нет? Вроде все. Блин, надо было левее. Ну кто ж знал? Ну ладно. Вау. Ох, ты жесть-то какая. Ух ты, блин, что там дальше-то? Вау. Блин, жесть. Ух, мать моя. Надо очень-очень быстро перемещаться. Так, сейчас опять левее держимся. Так, сейчас. Так, сейчас опять что-то такое. Да ёпарас, ты опять взорвался об нитру. Одни нитро ящики. У меня всего 13 жизней осталось. Жесть. А, блин, я не туда поехал. О, мне маску дали. Отлично. Теперь главное не налажать. Ошибся чуть-чуть. Так, это так проходится. Гем.
Ну да, с маской, но что ж поделать. Вот такой был у нас гемчик. Так, давайте сохранимся. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в этом же уровне, но на забеге на реликт. Пока-пока.